Всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Никита. Никит, привет. Всем привет. Играем в выживание в новом Майнкрафте 1.8. Сегодня мы будем искать кроликов и разводить. Я тут бонусный сундук заказал. Я возьму только вот это, яблочки, вот это. Ну, это я тебе оставлю, ты крафти все, что хочешь оттуда. Я пока нарублю дерево. Нужно побыстрее развиться, потому что скоро зима. Сам понимаешь. Да. Понимаю, зима. Тут дофига изменений новых в этом Майнкрафте, но... Как бы мы постараемся весь обзор сделать, всего, что нового появилось, если найдем, конечно. Надо еще шахту сделать, там говорят водопады из лавы, там сундуки, тут все такое. Только кроликов искать. Ну и кроликов, естественно, нам же мясо нужно. Кстати, про мясо. А ну иди сюда, бифштекс. О, вон еще сколько, лянь. Сколько бифштексов? А, лагает. У меня тоже. Наверное, здесь лагающее место просто, что-то... Ой. Ты идиот. Создал бы верстак. Мою корову долбил просто. Твою корову долбил? Ты хоть себя слышишь со стороны? Верстак бы создал, урод. Уже. Тут 1000 дверей, короче, разных. А что это делать-то? А, мне, в принципе. Я, короче, знаешь, что буду делать? Снежок палками ломать. Так. Смотри, тут... А, давай я текстур... А, не, не буду текстур пак включать. Не надо. Чтобы... Тут, короче, еще новый вид чешуниц эндерменовских. Приколись. Новые блоки еще. Ну, они... Ну, вот новый блок, смотри, вот он. Но от них нет толка никакого. Может, Диониты. Не, есть толк, он декоративный. Какой? Ну, это... Блин, они некрасивые. Не, я видел красивые блоки тоже. Все равно они некрасивые. Мне нравится. Их еще жарить надо. Печку засунул. Да, да, да. Ну мы сейчас пожарим потом. Все, хорош, я пошел наверх. Не, я еще буду. Так. А побольше нужно таких камушков. Вообще нужно быть жестоким. Блин. Свет вырубил. Я же говорю, надо быть жестоким. Тут булыжник еще немножко странный. В инвертаре он выглядит немножко по-другому, чем раньше. Так. Так, я, короче, создам полный комплект. Там меч, всю фигня, фигня. Топорик у меня уже есть, в принципе. Ну да, давай еще одну кирку тогда. Все, хватит пока. Печка есть у тебя? Нет. Я печку создам тогда. Так что будем общий дом делать или? Не, ну пока не будем ничего. Мы пока исследуем, изучаем Майнкрафт. Я вот мясо уже жарю. Ты что, не добил коровку-то? Вот мне интересно, совет, короче. А не, с кроликов падает кроличья шкурка. Мне вот интересно, с нее можно будет скрафтить что-нибудь там интересное? Вообще еда есть? Шкурка? На. Что-то я заметил шкурку. А я заметил. Я буду бифштексы хавать, ты хавай яблочки. На диете будешь. Угу. Кстати, вот эти саженцы тоже могут пригодиться потом. Тут новое дерево еще появилось. Новый вид деревьев. Только он, я не знаю, где водится. Его саженец не прорастает в обычной земле. Я, конечно, не все слышал, но не видел новые деревья. Ну, посмотрим, короче, опыт. Так, сейчас мясо дожарим. Мы все скрафтили. Ты посмотри вокруг, что-нибудь интересное есть. Или деревьев лучше нарубим. Они нам в любом случае пригодятся. Чего нет? Да. Одно дерево, да. Ух ты, саженцы. Ну да, саженцы, саженцы. Никогда не видел саженцы, что ли? А. Зеленичина. Саженцы, да. Все. Ты слышал, Сашка Габузов уже дом строит? Кто? Сашка. Кто Сашка Габузов? Габузыч. Какой? Я не знаю такого. Из дома 2. А, понятно. Блин, здесь подлагивает немножко. Ну а все, у меня дожарилось. Пошли отсюда подальше. Я заберу верстак. Я заберу печку. Потому что их крафтить 2-3 раза уже лень. Ты где вообще? Дерево собираю. Ну где, где? У нас ТП больше нету, так что... Ну я возле верстака. Нет. У меня лагает. А, вон я тебя вижу. Наверх поднимайся, вот я. Наверх, наверх. Вот он я. Тупая скотина, давай сюда. Все, пошли отсюда подальше. Здесь, по-моему, лагающее место. О, пустынька.
Надо, короче, деревню жителей найти. Жители теперь сами собирают эту хавчик. Стой, подожди. А, да, я знаю, они еще там семена, блин, Давай, иду сюда, не надо никого убивать. Иду я сажают, вести. собирают. Да. А мне вот интересно, они вот собирают и куда отвозят? Едят сами, Нет. что ли? Я не пойму, блин. Я потому что не знаю. Я его и убивал с него, не падал ничего. Сено сразу хавают. Блин, зимний биом, мне он не нравится. Вон пещера, кстати, можем исследовать, если хочешь. А сам Вот тут где, наварил. посмотри, гранит. Если говно, Блин, такой кирпу ты гранит. не утратишь. Мне нравится гранит, красиво выглядит. Это говно. Ребята, вам нравится гранит? Это Уголь говно. найди, уголь, уголь. Нет угля, пошли отсюда. Есть уголь. Где? Тут. Видишь? Да. Давай я тебя убью и заберу его. Нет. Дай сюда тогда. Исключено. Забирай, тут его много. Да отойди. Да сама сойди. Пошел вон отсюда с моего угля. А, с твоего блюда. А, как темно, ребят, это вообще жесть. Нормально. Все, я пошел отсюда. А я не знаю, где выход. А вот он. Что Я тут даже не вижу, копаешь, что я что? копаю. Так, о, здесь угля я добыл, нифига себе как. О, здесь факелы немножко видоизмененные теперь. Ну, иди сюда. Йоу, иди Здравствуй, сюда. бро. Йоу, давай. Йоу, чувак, пошли отсюда. Пошли деревню искать. Пошли зайцев. Охота на зайцев будет скоро. Лук я сделаю и специально как Ланселот буду на зайцев охотиться. Ага. Упс, Не, упс, подожди. о, лава. Ты чё там? Ты чё Дай крафчу завис? кое-что. Я кое-что крафчу, подожди. Что ты крафтишь? Лава! Купаться хочу. Интересно, интересно. И чё он там крафтит? Чё он завис? Так, я не зависим, нормально. Что ты сделал? Ой, чё? Ну ладно, пошли. Подожди минутку. А, надо похавать. Сейчас. Я похаваю свой стейк. Надо из зимнего биома убираться вообще. Здесь нету зайцев почему-то. Кстати, Правда. солнце, смотри, оно за облаками как уголочек показывает. А, видите, солнце как-то странно уже. Оно садится уже, фу-фу-фу. Слышь, чувак, мы зайцев когда найдем? Вау, на льду так хорошо прыгать. Барашки. Смотри, с баранов тоже падает мяско. Уголь. А, да, точно. Yes. Сырая баранина. Надо ее пожарить, посмотреть, что шашлыки поделать. О, да, тут какой-то живодности. Не, помнишь, я тебе говорил как-то выживание? Жалко, с баранов не падает мясо. Он меня услышал и доработал Майнкрафт. Он меня слушает, короче. Смотрят твои видео, Все, да? что... Да, смотрит, лайкает там, комментирует. Ты где? Хорош убивать все живое. Я тоже хочу барашек убивать. Тут много еды. О, сырая баранина. Помоги, барашки. Как бы из нас еду не сделали ночью. Слышь, чувак. Овощ. Ты что забрал? Я профессионал. А! Пошли в шахту. Смотри, тут какая-то специальная шахта. Специально. Что, не видишь, что ли? И вообще хватит по моим факелам идти. О! Не смотри сюда. Что, железо? Ага. Что ты нашел? Железо. Серьезно? Я тоже одну штучку, правда. Так. А тут машины не было. Паркур мастер. Чем спасибо. Так. Ты хоть факела оставь, урод. Нет. Так, железка, иди сюда. Смотри, что далеко не отходи. М? Далеко не отходи. Ты тоже... Это ты отходишь, я-то стою. Я железо добываю. Тут огромное его количество вообще-то. Спасибо. Тут губку еще добавили, которая воду впитывает. Приколись. Да, Там прям все убирает. Фу, в хлам.
Ой. Ты идиот! Сзади, смотри, сзади. И вообще, добывай свое железо. Гранитик такой красивый. Говно это лик. Мне нравится. Уголек. Уголек, Игорек. У нас интересно, среди подписчиков есть Игорьки? Игорек, уголек. 68 тысяч. Ой. Точно есть. Какие 68? Уже 71 с лишним. Да. Но, на одном канале. О, я еще железо нашел. И крипера. Молодец. Ты не надо собирать мои ресурсы. Иди собирай свои. Какие ресурсы? Я ничего не собираю. Я же к твоим не бегу. О, он нашел что-то. Да. А собака моя бегает по дому. Так, твой... Ой, позже я уголь добываю. Добывайся, что хочешь. Главное, подальше от меня. О, железо. Ты умеешь двигаться по координатам? Ну и чё? Умеешь или нет, я спросил. Ну, а не ну, ну и чё? Ну так, чё? Андезит я добыл еще. Куда я ты ушел? Я потом их обожгу. Я подальше от тебя хочу, ты задолбал. Ты охочешься. То, что я нахожу, ты пытаешься забрать. Где ты вообще? Короче, вернёшься к тому месту, где спускались. Да ни за что. Шутишь, что ли? После такого. Ох, 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 я вообще новые пещеры нашел теперь. Господи. Ой-ой-ой. Что такая вода странная? Течет как-то неравномерно. Да, ресурсики. Как я тебя нашел? О, железо. Видел, как я железо нахожу быстро? Ага, мое железо. Если бы это было твое. Вот еще железо. Кто факел ставит рядом, то, того и железо. Ты ставь факел, а ты пока ставь. Не торопись. Давай я тебя убью, потом буду сам. Все, пошел. Факел обратно забирается. Кстати, про факел обратно. Я в шахту пошел. Какую? Урыть. А, чё я туплю-то, у меня же... Экстрей, да? Я железо могу же переплавить. Блин, чё его так мало? Ты чё, всё забрал, что ли? Ну. Скотинка. Нифига себе мало. А, ты иди отсюда кажется, вообще. Ты некоторое железо делаешь. Я тебя убью. Да ладно, ладно. Я тебе добавлю железо, чё ты. У тебя есть? Да. Давай. Надо всё. Ещё... Ты сделай, скрафти еще один. 5 штук? Вот. Ты офигел, жлоб? Вот еще уголь. Скрафти еще этот. Кого? Печку. У тебя же есть. Верстак поставь хотя бы. У тебя есть верстак? А, ты не там поставил. Там. Прямо вход в мою пещеру. Ладно. Тебе печка нужна? Ну поставь, да, у меня мясо сырое есть, баранина, хочу ее пожарить. На печок. Сейчас еще на печку. Ты что, две печки сразу? Ну. Пусть жарится. А здесь что пожарить? У тебя есть что пожарить? Да. Тут я свое пожарю. Ну давай, жарь свое. Так, мне нужно еще одну кирочку замутить. Лопату. А то как-то без железной лопаты не камильфо. Ты что, все забираешь? Скотина. О, жареная баранина. Интересно, сколько она пополняет? Кто забирает? Ты что? Ам-ням-ням-ням-ням, шашлычок. А мне тоже есть чуть-чуть. А у тебя что там? Вся говядина. Фу-фу-фу. Кстати, у тебя скин лилипута. Да, ну какой есть.
Какой есть? Купил, блин, называется лицензию. Их Да. ты. 40 рублей, нормально. Нормально, да? Хватит забирать, у тебя 5 штук всего. У меня 4 всего. Ты же 5 закинул. Нет, я вообще десятку закинул. Уй, гони больше. Да, я десятку закинул, что ты думаешь? Я 25, ты 30 а, сделал. Подожди, всё. Я 6 закинул, я 6 закинул. Вспомнил. 25 я точно, гони ты чё больше, забрал всё. Всё? Ты чё? Единственный верстак твой, вот. Да. Боже мой, будет еще мое железо. Я хочу себе броню сделать. Все, вали с моей шахты. Иди добывай. Я Жлоб. Тут Жлоб. Видел. Набрал мои шахты. Нет, бы добыть мне побольше железа. 5 штук закинул. О, я 6, я 7, я 10, конечно. 6. Гони больше. Ой. Эх, жизнь удалась. Потом переплавлю все, что надо будет. Смотрите, какой-то странный блок. Мне кажется, что булыжник стал темнее. Ну, камень. А ты где? С тобой собралась. Копаю тоже вниз. В другую, что ли, сторону? Я тебя не вижу даже ни. Да, в другую сторону. Еще поднимемся там наверх. Окей. Блин, мы так и не нашли зайцев. А кирку мне сэкономить. Хотя мы толком. Ты же можешь сделать это железное. У тебя есть. Кстати, гравия стала поменьше вроде. Да нет. Теперь из-за этих новых ресурсов будет забиваться ну, не верстак, а эта хрень. Так. Рюкзак, во. Во. Угадай, что я нашел? Что? Изумруды. Не нужны. И красный камень. Если мы будем деревню искать, то да. Ну, мы же все равно будем искать деревню. Все равно, да. О, лазурит. Теперь лазурит участвует в зачаровании. А, ну да, точно, я видел. Уже выбирать как-то. Ух ты! Пещера! Ух ты, тут лава. Нет. Я, короче, копал, лава сразу не появилась, а через некоторое время появилась только. Побегал с моим железом, а? Теперь. С твоим, у тебя ни грамма твоего не было. Моим железом. Теперь мне придется заново развиваться, дорогие друзья. Все, во всем виноват этот урод. Изумруды, я нашел изумруды. А я их тоже нашел и сжег. Во благо человечества. У меня там столько всего интересного было, блин. Эх, о, железо нашел, ух ты. Сдохни, скотина. Ты сгорел в лаве так же, как и я. Но я еще и не заметил эту лаву. Мечтай. Она, так. Кстати, как-то медленно прогружалась. Ну или просто не повезло мне. Я еще думаю, что так светло? Оказывается, вот оно что. Свет увидел. В конце туннеля, да. Я чуть крепление не взорвал, не взорвал. Да, жалко, что не взорвал, было прикольно. Еще. Теперь мне придется все заново добывать. Ребят, поддержите меня, ставьте лайки. Иначе. Иначе что? Иначе все. Ты не заслужил. Ты не заслужил. Я не буду заслуживать дальше. Ты так не заслужил. Проиграл тут вещи все. Проиграл. Это ты виноват. Сглазил, скотина. Сейчас дурной глаз, во. Выколоть бы его. Ага. И выжечь ложкой. Так, куда это? Сколько железа у меня мало. Я вырежу твое сердце ложкой. Слышал такое выражение? Ты че? Не слышал? Нет. Ты не смотрел этот фильм? Нет. Ты не смотрел этот фильм? Нет. Ты не смотрел этот фильм? Скотина. Зря ты не смотрел. Все, а заходит, я возвращаюсь. Ты понимаешь, что ты редиска, плохой человек? Ты чё? Только потому, что ты не смотрел этот фильм. Потому что ты проиграл и всё. А я бы пойду с зайцев искать, скопайся в своей шахте, крыса. А как мы там найдемся? По координатам, ты же сказал, умеешь. А, ну так. Ты не умеешь? Умею. Ну, по-моему, сложно. Ты не умеешь, нифига. Всё. Ты вечно преувеличиваешь свои возможности.
Чарльз. Это говорит мне человек, который не умеет крафтить древесный уголь получать. Я его никогда не крафтил, он меня не придет. Вот видите, как можно верить такому человеку, что он умеет находить людей по координатам, если он не умеет крафтить древесный уголь? Ну, вообще-то умеет. Я чуть плавно упал из-за него. Правильно, падай. Ага, сейчас я его убил. Все, деревьев понадобыл. Короче, я чешу отсюда. Пошел я и зайцев искать, всяких мухоморов. Бешено. Тут супер заяц еще есть. Моб. Ну, супер заяц. Пес, да. Супер заяц, приколись. Супер кролик, точнее, не заяц. Заяц это другие. Там супер заяц, тут этот есть босс, рыба. Кстати, он тоже как босс идет, только заяц. А его он какими-то лучами стреляет, я не знаю, ясно. Играл. А, рыба? Да. Рыба, да. Лучами стреляет. Господи. Меня сейчас убьют эти падающие вниз песочки. Знаешь, у кого железо? Сейчас тебе скажу. Две. 35. Вот у меня было 100, кажи. А. У меня было 25, ты еще добавил 5, мне стало 30. О, я тоже железо нашел. Ты что, тоже копаешь? Да нет, я случайно. Помощь тебе в лаву. Лава тебе в помощь, а не помощь тебе в лаву. Лава тебе помощь. Кстати, про лавовую помощь. Пора бы это железо уже поплавить немножко. Мне еще нужно добыть немножко угля. Кстати, про уголь. Мне жрать надо еще. Причем тут уголь? Я знаю, что вот здесь есть уголь. Только вот этот вонючий... Ах, блин, вонючий песок залил лавой все. Господи, ну заткнись ты, эта дырочка вонючая. Господи. Давай я скрафчу факела. Да, поставлю смотри. Их вот здесь. И начну добывать свой любимый уголь. А где все, что ли, уголь? Нихнайн? Ты знаешь, что значит нихнайн? Нихтнайн. А зарыто у меня яйца. Это значит золотые яйца, да. Так, нужно сделать побольше факелов. И побольше досок еще. Поставить верстак и скрафтить железную кирку. Представляешь, я уже дорос до железной кирки. Ну, пока одну сделаю. Железный меч еще нужен нам, мне. И железная лопата. Все, железо, последняя штучка осталась. Можно постричь овец только. Нет, у нас еще. Кстати, вот. Про овец. Мне надо пожарить что-нибудь. Вообще живности нету рядом со мной. Она меня избегает. Ух, я а, вон корова, я вижу. Корова, муму. Вечно убили, какие. Тебе почему чуть? Тебе надо убивать вообще. Знать, тебе только мечтать, понял? Чё там мечтать-то, блин? Тебе дай самому поиграть чуть-чуть, сразу сдохнешь. Ты не жизнеспособная особь человеческого рода. Понимаешь, о чем я? Кстати, про жизнеспособных особей. Надо бы добыть побольше деревьев. Представляешь, я умер и развился уже до твоего же уровня. За полсекунды. У меня уже железный инструмент, у меня все нормально, только еды маловато, но уже тоже добыл ее. У меня уже стак железа. Да толку от твоего стака, ты его сейчас потеряешь, когда я тебя найду. У меня все-таки железный меч. Я тебя потеряю. Запомни тебя. О, печка расплавила снег, прикольно. Гениально, да? О, о, коровка, коровка. Мумушечка, сдохни. Еда, еда, еда. Бифштекс, где второй бифштекс? Второй бифштекс смылся. Печка горит. Вы чё, офигели, что ли?
Я хочу кроличью броню сделать. Ты где? Да, тут лазит шахты. Давай. А, ну ты лазь, короче, алмазы добудешь, скажешь. А А что я у за тебя заберу. сертификат? Ага, сейчас. ТП-шную си заберу. Все твое добро себе. У меня уже 5 стейков, 6 Да, жарится. я сейчас броню сделаю железной. И что там заберешь? Ой-ой-ой. Броню он сделал. Если бы я не сказал, ты бы вообще даже пальцем не пошевелил бы. Сделает. У тебя мозгов не хватит ее скрафтить. Да, хозяева не хватит. Не хватит. А я супер мега ПВПшник. Ты хоть с броней, я тебя сразу убью. Ай, не надо хвастаться Да, да, да. своим поражением. Ну ладно, пойду я искать крольчатину. Крольчачью броню я сделаю себе, понял? Твои кролики это говно. Кстати, про. А, я хочу красный гриб, грибной домик еще замутить в конце видео. Ну, как уже конец, почти что. Я чуть-чуть. Мой железо упало. На железо. Слушай, эти новые декоративные блоки нужно тоже использовать, по идее. Здесь я Кстати. забыл. Двери. Ты не знаешь, как крафтить двери, вот эти разные. Разноцветные двери. О, господи, я упал. О, я, кажется, нашел выход из зимнего биома. Отлично. Из зимнего биома в горный биом. Гениально вообще. Нахрен мне горный биом. Так, Оп, давайте-ка я. Что? железо много. Пошел. Очень много железа. О, какая умница. Меня, я ее уже ненавижу. Железо она находит быстрее меня. Пошел я, короче, в море на плавание. Оху. Тут этих новых руд довольно много оказывается. Вон я вижу скалы сбоку, и там их много. Вот этих дианитов, андезитов и так далее. Вот эти. А, меня скелет бьет. Мочи его, скелет, мочи. Блин, нет, еще Пью. зимний биом. Пошел я дальше плыть. Я хочу попасть в нормальный биом, найти деревню. Ну Все ищи такое. там еще, а я. Блин, тут горы такие красивые Воу, я вообще. спавнер нашел, я спавнер нашел. Я думаю, что так. Там сундук будет. Понимаю. А я О! знаю, тут два сундука. И мне тут скелету из 5-10 Я нашел деревню. Ну, не деревню, а лес. на уничтожить спавнер. Есть. Что тут железо нашел? Ух ты, хлебушек. Да сдохнет там скотина. О, еще же где-то. Тем более сдохнет. Ведро. Да нормально вообще. Мечтать, я понял пока. Кстати, скоро ночь, и у меня нет брони. Что же будет от меня? Это не нужно, это не нужно. Шахтерская крыса, там добывая всякие ресурсы интересные. Ну, В то время как настоящие пацаны бродят по лесу с да. железными мечами. Алмазы, алмазы. Алмазы еще нашел, скотина. Алмазы. Нужно будет быстрее спрятаться. У меня 2 хп осталось. Как это убить? Ой, бы ты сдох. Это за что? Не за что, не за что. А, скелет. О, Ты еще жив? Неужели? а что да. Все, поплыл я на другой континент вообще. Тут смотрите, Алмаз. как подводные волны какие-то. А, где сколько алмазов? Воу-воу-воу, мне кажется, скелет берутся. Что-то я далеко заплыл, мне кажется. Я не встречу больше землю. Э! У Чё? меня мир остановился прям. Знаешь, сколько у меня алмазов? 8. Это типа много, что ли? Ну да. Я тут, короче, плыву в бесконечность в океан, и у меня вот тормозит. А, вон я нашел какой-то Ты островок. далеко не плыв, знаешь, как у меня уже будет до тебя бежать? Ну ничего, на лодочке тоже. Я нашел какой-то А, необитаемый остров. сам уж до меня бежать. Стой. Я нашел необитаемый остров. Лучше деревню ищи. Сам ты деревня, это остров необитаемый. Ну он реально необитаемый остров с одним деревом. Ужас, я Чингачкук. Я Здорово. Чингачкук. Ты что тут? И вокруг вообще ни души. Я, короче, буду на этом острове выживать. Все. Выживание на острове будет в следующей серии. С новыми модами. Я не знаю, где кроликов найду себе. Меня покинуло все.
Ну, зато красивый остров. Я его должен осветить пока. Чтобы здесь не спаунились уроды. Железо. Опять дофига. Железо. Зато у Так. меня свой собственный У меня остров. уже второй стак скоро будет. Просто Стоп. кажется. У меня Что? свой остров, Ладно, говорю. я с Завидуй тобой мне. поделюсь. Я с тобой Завидуй мне, поделюсь. скотина. У тебя нет своего острова, а у меня есть. Я с тобой поделюсь. Ну, ладно, так уж и быть. Я же Так. говорю, у меня свой остров. Чё? Нафиг мне твое железо, у меня остров. Алмазы. Ну, нафиг мне твои алмазы, у меня свой остров. Тин-тин-тин. О, уголь. Может, Уголь мне лазурит? нужен. Да иди Ладно. ты с своим лазуритом. Упадешь в лаву в один день. Я упаду. Я осторожно сделаю. Осторожный хрен. Так, у меня уже скоро Так, будет. я... Подождите, я где вообще? А, это мой остров. Так, дерево нужно вырубить. Я против... Я за геноцид деревьев в Майнкрафте. Да. Все. Я царь и бог на своем острове. Ой, блин, кто там? Вот. Че? Кто тут раскукарел просто. Че он там бубнит, скотина эта мелкая? Сейчас я к тебе прибегу. Скажи мне свои координаты. Нет. Это секретный остров, он лично мой. А Все, ну-ка. давай на этом я закончу серию. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Если вам понравилось, если вы хотите в дальнейшем видеть такие же серии, продолжение этой серии, где я буду развиваться на острове, то ставьте больше лайков. Чем больше лайков, тем больше новых серий. Всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Турбоежик и Пока. Никита. Че так вяло, пока нормально, я мог сказать пока. Слышь, но я на тебе привет. Только приблизься ко мне, я тебе Слышали? мясом по лбу дам. Ой, чтоб рядом было интереснее. А то так непонятно, где я вообще. А где Вот именно, непонятно, ты где ты. потерянный. Давай. Ты потерянный. Потерянный. Пока.